народ, у меня для вас просто фантастическая новость! Сегодня в этом блоге мы разыгрываем две консоли PlayStation 4 Pro. И чтобы их получить, вам нужно сделать всего два простых действия. Первое — это подписаться на канал моего старого друга Дмитрия. Сегодня во влоге вы увидите его просто кучу раз, а также оставить сколько угодно комментариев под последними гик-новостями. Победитель выберется рандомным образом среди тех, кто подписался на канал и оставил комментарий. Для обратной связи, так скажем, для фидбэка, напишите, пожалуйста, как с вами связаться прямо в комментарии своем, чтобы мы могли связаться с победителем. Кстати, подписавшись на канал, вы становитесь не просто участником конкурса, а также вы сможете услышать последние новости кино, игр и технологий. Ну а чтобы заполучить вторую консолечку, тем самым удвоив свой шанс на выигрыш, вам нужно всего лишь скачать бесплатное приложение по ссылочке в описании и разрешить ему отправлять вам пуш-уведомления. Ну то есть, когда вы поставите приложуху, оно вам сразу выдаст: хотите, чтобы я присылала вам пуш-уведомления? Ты такой просто нажимай: да, конечно, хочу, разрешить, и все. Пуш-уведомления нужны для того, чтобы приложуха могла с вами связаться. Ну то есть победитель выберется рандомным образом также, и приложение отправит вам обратную связь, как с нами связаться. То есть вы такие сидите, да, оп, я выиграл, оп, пришло на приложение вам уведомление, пушечка, и вы такие: да, я победитель, круто, и вам будет написано, куда нужно написать. Именно для этого вам нужно включить пуш-уведомление. Ну иначе мы просто с вами связаться не сможем, если вы выиграете. Также небольшой лайфхак: Android устройство, неважно сколько у вас их в квартире, в доме, на каждой ставьте приложуху и ждите вашего выигрыша. Тем самым вы увеличите шанс, что сможете победить именно во столько раз, сколько приложений вы это поставите. Если тебе вдруг стало что-то непонятно, заглядывай в описание, там будет вся подробная информация, что тебя интересует или если ты что-то не понял. Также, чтобы вы были уверены, что все максимально честно и прозрачно, я сам лично приеду 24 числа в Москву, в офис к Диме, и там мы разыграем те самые устройства. Если вы будете с Москвы, и мы выберем, да, там победитель, он скажет, что он с Москвы, мы тут же едем, покупаем консолечку, вручаем ее победителю, и вы сможете тем самым еще и с нами увидеться. Это ли не классно? Ну и, конечно же, я все это буду снимать на камеру. Ох, чуваки, надеюсь, вы все поняли, мне тут еще подложечку для вас надо записать. Холодно, пипец, я тут расстегнулся, чтобы симпатичнее выглядеть. Ой, пойдем греться. Руферы неудачники, блин, по крышам тут лазят. Ребятушки, в видеоблогинге я уже достаточно давно, практически 5 лет. И все это время я занимался самоучением. Я сам учился, мне никто не говорил, как нужно записывать, как нужно делать звук, делать качественную картинку, не заваливать горизонт и все такое. Я все это учился с методом своих проб и ошибок. А сейчас вас каждый днем становится все больше и больше, чтобы соответствовать уровню, а нас, на секундочку, сейчас на канале уже 1,5 миллиона подписчиков, мне постоянно приходится развиваться. И день, который вы сегодня увидите, был не исключением. Я как узнал, что мой друг, также из Сибири, снял офис в Москве и занялся каким-то крутым делом, тоже вы все узнаете в этом влоге, я сразу же говорю: Диман, мне нужно вот к тебе посоветоваться, как ты это сделал? Беру билеты в Москву, прилетаю к нему, и дальше вы сами все увидите во влоге. Чуваки, если вы сейчас, ну а также чувихи, девушки, конечно же, и парни, если вы сейчас кушаете, приятного вам аппетита, а я пошел греться. Я тут провел уже целый час, пацаны, час, холодно. Лайкусик с вас, приятное настроение и крутой блок с меня. Сколько зарабатывают ютуберы? А можно не отвечать на этот вопрос вообще? Я видел, даже Вилсаком у вас здесь в студии был. Да, я вдвойне пожму тебе руку. Я смотрел это все на MTV. Смотрите-ка, у нас тут уже есть серебряная кнопочка. Вот это самое главное, мне кажется. Песос Гомера. Сколько стоит? 1300 по вопросу. Ха, нормально. Я скажу по секрету, за первый канал тоже переплатят. Обычно так выглядит мое собирание в Москву. Ноутбук, зарядка, PlayStation Vita, наушники, чехол и, в принципе, все. Но еще я такой нарядный, короче. Лечу в Москву по делам. Сейчас уже все, такси подъехало. Катюха спит. Целуем. Едем. Очень важная идея у меня посетила, чтобы посетить Москву. Потому что это, знаете, человек, самое лучшее развитие и вкладывание денег это в себя. Сегодня все поймете. Thank you.
Ох, если бы в жизни такие телепортаторы работали. Но на самом деле я сюда вообще приехал с диким комфортом. Я сидел один на целом ряду и просто развалился. У меня ничего не отекло. Было так здорово. Никаких детей в самолете. Было просто дико круто. И знаете, где я нахожусь? Нахожусь в самом крутом офисе в Москве, в Geek TV. Успех — это когда сидишь один в целом рядом. И сейчас пойдемте потревожим Дмитрия. Димка, привет. Дмитрий, здорово. Мы с тобой уже вообще-то здоровались, как бы я просто для влога, ребята с вами не знакомы. Так, ребят, познакомьтесь, это Дима, это совладелец Geek TV, тот человек, которому я напросился, понаехал, короче, в Москву, я со своей Сибири. Пойдем показывать нам офис, что у тебя тут есть интересного. Вообще, чем мы занимаемся? Я еще не рассказывал ничего. Мы работаем и создаем контент для тех, кто любит гаджеты, игры и кино. Ага, это очень крутая штука, которая мне интересна. Тут есть всякие суфлеры, тут есть люди, которые занимаются монтажом, звукозаписью. Все здесь, все. Все отдельным. Пойдем смотреть. Это здесь кто сидит? Здесь отсюда ведутся прямые эфиры. Я бы, кстати, поучаствовал в одном из эфиров. А мы тебя пригласим, значит. А я напросился уже, все. Это звук? Это микшер. Ну, слушай, вот такую штуку бы мне домой поставил. Лучше я крутить ничего не буду, а то мы сломаем тут все. Вообще, человек, который сидит за микшером, мне кажется, он сам не разбирается, какая крутилка за что отвечает. Вау, какая крутая студия. Слушай, я ее, по-моему, видел в одном из ваших выпусков. Но смотрите-ка, у нас тут уже есть серебряная кнопочка. Вы посмотрите. Так, вот все, я прикоснул. Лига Легенд. Что тут еще? Джевел. Это что за игра вообще такая? А, это Overwatch. О, у вас уже Nintendo Switch есть. Я вот вообще деревня еще даже не играл. Я видел, даже Вилсаком у вас здесь в студии был. Мне нравится, что много мест и три разных локации вроде в одном углу. Нет, их здесь 6. Шесть. У нас как получается? Вот у тебя есть одна стена, да. Вторая стена, третья стена, четвертая. Три стены. Слушай, реально, кирпич, потом пьедестал и дерево. Допустим, встань сюда. Ага. Так, смотри, один. Один? Если один. Я беру вот так. Да. А если ты придешь вот сюда? А, точно, тут же целый угол. Вау. Я тебя сниму вот так. Но потом я тебя могу вот снять вот так. Ой, понимаешь? Я понял. То есть это у тебя уже три в одном месте. Надо запомнить себе, что можно использовать локации своей квартиры под разным углом. Да, да, да. Держи. Мы сегодня тебя здесь прощаем. Инвестируем. Запоминаем, ребят. Редакция, но я тебе попозже позвоню. Кто хочет стать блогером и используйте пространство правильно. Здесь кухня. Ребята работают с утра до вечера и, соответственно, всем нужно вафли есть. Так, ребята, если вы сейчас смотрите и кушаете, приятного вам аппетита, а мы не будем тревожить кухню, что еще тут есть интересно? Туалет не ложу? Туалет, это самое важное вообще. Ладно, я пошутил. Здесь, собственно, Заур. Заура мы знаем. Роман. Роман, здравствуйте. С вами мы еще не знакомы. У вас свет, звук включен, у вас с каким оборудованием? На маке, тут монтирус. А сразу видно, да, кто больше денег зарабатывает? Я думаю, сразу видно. Заур, что, не работаешь? Вот, слушай, вот мне ты рассказывал про вентиляцию. Вот это, кстати, одно из самых... Как здесь тихо? Здесь, ребята, можно орать. А что тут по микрофону? О, у меня такой же дома стоит. У меня закрыли в комнате все. Помогите, спасите. Меня закрыли, я выйти теперь не могу. А нет, могу. Я хочу это все попробовать. Это же круто выглядит. Я, если мне понравится, я сам себе дома такой установлю. Во-первых, сначала к ней доступ получат только избранные. Давай чуть с меньшим напором. Сидят режиссеры монтажа, видеодизайнеры. Опачки. В основном все здесь монтируют, но Наташа у нас еще ведет новости. Ага. Она очень нравится мальчику. Наташ, скажи что-нибудь мальчикам моим. Мне рассказывали, что ты ведешь новости, ты можешь что-то рассказать. Вот что-то, вот что ты сегодня читала, допустим? Новости. Новости, да? А ты покажешь, как ты их читала? Ну, хотя бы чуть-чуть. Хорошо, не будем смущать девушку, когда мы с тобой вместе зачитаем. Кирилл у нас занимается видеодизайном. Собственно, он за заставки отвечает. Слушай, здесь все работают в премьере. Красавцы. А крякнули его или купили? Купили. Мажоры. Так, ну, а вот здесь, я смотрю, монтируется Nintendo Switch, причем снято все в этой же студии, которую мы сейчас смотрели, да? Где оператор, который все это снимает? С Татьяной я тебя сейчас познакомлю. То есть она тоже здесь есть? Да, девушка. Отлично. Здесь так, у нас ребята. Часть видать. Здравствуйте. Татьяна, оператор. А, вот, Татьяна, которая... О, это на это все снимается, да? Не только на это, тут вот щеджик. Капец. Вот суфлер, ты сегодня по нему будешь читать. Здравствуйте. Артур у нас занимается оформлением своего сайта, то есть заливает все видео, угу. Картинки подбирает, короче. Здесь у нас сидит Егор, но Егор у нас сейчас... Здравствуйте, Егор. Да, в Штатах он смотрит.
один первый из России, он посмотрит «Чужого». Ты, кстати, рассказывал. Так, ребята, если кому интересно про «Чужого», быстренько заходим и смотрим. Я вот посмотрю, потому что мне сказали, что это первый будет репортаж с России. Про «Чужого». Вы «Чужого» смотрели? Я вот смотрел. Так, идем дальше. Часть редакции, вот непосредственно. Федор, главный редактор, он вообще определяет направление. Куда топаем, что выпускаем, что Сижу с умным видом, с маркером. Куда сегодня топаем? Сегодня на улицу ходим. Федор занимался, собственно, проектами на MTV. То есть это вот именно телефон. Да, я вдвойне пожму тебе руку. Я смотрел это все на MTV. Ребята, если вы смотрели... Я смотрел эти программы, я был маленький. Вот, я, наверное, под стол еще тогда бегал. Кирилл занимается хай-теком. У Кирилла классные сиськи. Ну, в смысле, вот они. Нет, мои лучше. Мои все же лучше. Нет, ладно, я про те. Чем занимаешься? Я смотрю монитор обычно, ничего не... Я слышал, ты про ЦРУ что-то рассказывал. Ты внедрился сюда? Да. Для высасывания информации? Я не буду тебя рассекречивать. Работай, братан. Так, а здесь у нас что-то... Здесь на винде парень работает. А вот она, ЦРУ! Я же говорил! Я не обманывал. Ты чем занимаешься? Я занимаюсь разными материалами. По играм в основном и гаджетам. Я вижу тут еще это «Стражи Галактики». Мне нравится минимализм и вот эти вот постеры, которые везде висят. Это круто. Один постер? Нет, там куча постеров висит. Закрой меня, пожалуйста. Во! Вот это самое главное, мне кажется. Песос Гомера. Вот это круто. Почему здесь висит Google? Опять же атмосфера. Мы же, атмосфера именно? Мы же делаем, с одной стороны, контент, видеоконтент. С другой стороны, мы работаем в интернете. Соответственно, должно что-то быть про интернет. Согласен. Про кино. Кино. Мне нравится Бэтмен. Бэтмен классный фильм, да, согласен. Я себе сюда повесил. Мне по атмосфере напоминает очень сильно Google Office. Ну, что-то подобное. Тут более, ну, менее... Пафосно? Не то, что менее пафосно. Здесь меньше пространства, но что-то напоминает такой... Ну, мы так хотели, чтобы... Стайл. Короче, круто. Круто, еще раз круто. Все прочерчено, ноги ставятся, тут камеру поставили. На что снимаете? Что это? Sony? Это какая-то телевизионная камера, нет? Сколько стоит? 1300, по-моему. Нормально. Так, ты ноги зафиксируй. Всем привет. Все, я сделал свою работу. Шуми? О, слушай, прикольно. Так, только... Вау, я думаю, что это не так, это четко видно. Кирилл всегда выручит. Меня не растет. Меня растет. Ну, понял. Влоги снимать проще. 100%. А вот так вот неожиданно в аккурат женевшем автосалону Sony Polyphony Digital решили всем напомнить о своем автосимуляторе Gran Turismo Sport. Давай еще разок прочитай союз кино. В общем, будем держать вас в курсе, так что вовремя узнаете, когда игра появится у нас. Все. Мой тяжелый трудовой часик закончился. Сейчас ребята, то, что мы наснимали, те, которые сидят в тех комнатах, да, я вам их показывал, они сидят и монтируют. Мне уже интересно посмотреть, что там получится, потому что Дима говорит, что сейчас они быстренько все сделают, сведут и все покажут. Смотрим, сколько вообще общего времени пройдет до конечного результата, через сколько мы посмотрим уже готовую картину. Так, Диме скинули файлик, давай посмотрим, оценим. Прошло примерно около часа, давайте посмотрим на мою актерскую игру, давай. Sony и Polyphony Digital решили всем напомнить о своем автосимуляторе Gran Turismo Sport. Причем сделали они это очень эффектно. Выкатили новый трейлер и анонсировали закрытое бета-тестирование игры. Последнее особенно радует, потому что, скорее всего, игра скоро обзаведется и датой релиза. Стартует бета в Америке 17 марта. По словам авторов игры, позже они включат в тестирование и другие регионы. В общем, будем держать вас в курсе, так что вовремя узнаете, когда игра появится у нас. Игра появится у нас. Дим, ну смотри, вот все круто, только знаешь, что мне не понравилось? Это то, что у меня уставший вид, это я поспал всего 3 часа. Да, тебе надо было намазать просто. Намазать, да, надо было консилером каким-то. Ну вы же знаете, что на телевидении постоянно мажут. Да я вообще для видосов таких прям масштабных постоянно, Катя, меня, ну, синяки подкрашивают, потому что выглядит это, ну, так себе, скажем. Я, короче, после перелета не очень выгляжу, немножко желтенький. Но, слушай, сделано действительно круто и быстро. Я бы такое часа 3-4 делал, а тут, посчитай, за час и все упало. Правились. Так они заточены все. Заточены, они натренированы, пацаны, короче. Ну, смотри, все равно,
как бы, я вот тебя сколько лет уже знаю, да, и, кстати, не говорил я, что Дима тоже с Сибири, он с Иркутска родом. С Иркутской, из Иркутской области. В Москву перебрался мужик, вообще. Мне не к кому было обратиться в плане того, что посмотреть, как это все работает. Понимаешь, я же не приду на телевидение. Вот я же не приду на телевидение и скажу, пацаны, первый канал, скажите, как вы снимаете. Покажите мне первый канал. Мне первый канал. Они же не поставят мне суфлер, они не поставят мне звук, ничего не сделают. А здесь это можно было, я как узнал, я такой, нифига, Диман, и ты до сих пор еще меня не позвал? Он такой, да приезжай вообще в любой день. И я просто собрался, купил билеты и приехал сюда посмотреть всю эту движуху. Это реально клево. Я тебе скажу по секрету, за первый канал тоже люди платят. Тоже платят? Через налоги, это субсидированный канал. Он содержится на налоги. Слушай, я люди много... Люди об этом не знают. Люди, вот мои люди сейчас с ума сошли, они сейчас бизнес-проект какой-то смотрят, как будто, знаешь, они влог прям вообще. Ну, не, слушайте, ну, мне кажется, это познавательно. Как минимум для меня это точно было познавательно, потому что я в этом кручусь, я в этом верчусь. YouTube это тоже как бизнес, знаете, такой, где ты тоже крутишься, вертишься, что-то делаешь. Ну, сейчас пообедаем, потом ролики там скидываем. Да, пойдем, короче, похаваем, ребята. Вам приятного аппетита, а мы тоже пойдем поедим. Ох, денек сегодня, жесть. К сожалению, камеру я оставил в офисе у Димана, и он привел меня в ресторан, который находится недалеко от его места работы. И знаете что, я офигел. Я офигел, что такое есть в Москве. Короче, платишь 150 рублей, да? 150? Да. 150 рублей вечером платишь, 500, вечером 500. Потому что все бухают. Слушай, это не твое ресторан, да? Не твой ресторан, да? Ты что-то это, меня прямо все удивляешь. Смотрите, цены. На цены посмотрите, 100 рублей 48 копеек это? 93 рубля 56 копеек? Да. 71 рубль 73 копейки? Это что за цены? Это Москва вообще, нет? Я как будто у себя в Сибири. У нас винегрет дороже стоит. Я офигел. Диман, секрет. Бизнес-секрет. Нет, тут же ты на входе платишь, и на тебя сразу зарабатывают. То есть, короче, 150 рублей заплатил, они на тебя уже заработали. Да, вечером люди платят по 500 за человека. Ё-моё. Чё так они... Слушай, круто, я к тебе почаще буду приезжать. Давай, я тебе еще покажу пару мест. Да, еще крутых мест потайных. Я сколько не пробовал, у меня больше 500 рублей не получается потратить. Жесть. Слушай, ну, ребят, советую. Не скажу, что это, но советую, если вы знаете, и вы с Москвы. Все то же самое, то есть ты можешь смотреть весь контент, который есть на YouTube. Смотрите, смотрите, Диман что-то затирает по приложухе. Я даже не заметил, что я снимаю. Диман, я понимаю. Короче, я удивился. Я реально сегодня получил кучу эмоций. Смотрите, у него даже на Smart TV есть приложуха. Ну, Диман, слушай, сегодня было все очень клево, все очень познавательно. Кстати, вообще, я приехал к тебе в гости, а получился целый влог насыщенный. Давай, знаешь что? Давай будем честны, давай, я готов разыграть твое приложение, точнее прорекламировать твое приложение, но ты в ответочку давай что-нибудь моим пацанам, потому что мои... Доброе дело я захотел сделать. Че, вот, Диман, что я... Че, мне впадло, что ли, прорекламировать, что в натуре? Ну, вот знаешь, у меня пацаны любят, вот, я обычно скины из CSGO разыгрываю, да, призы какие-нибудь, вот прям четкое что-нибудь, давай классное такое. Ну, что-нибудь, вот, давай телек, я не знаю, Switch. В смысле, Nintendo Switch, которая сейчас вышла? Вот это Nintendo. Новый, это редакционный. Не, братан, ну вот Nintendo Switch, это ты можешь лучше, ну давай. Ну что-нибудь покрой. Вот телек, смотри, есть, я не знаю. Но Nintendo Switch это не... Не, для съемок. Не, ну Nintendo Switch это слишком, ну давай слишком маленькая. PlayStation. Давай Pro. Вот, пацаны, PlayStation 4 Pro. Ты не разводишь. Ну а чё? Я к тебе в гости приехал, я тебе... Пацаны, я реально говорю, давайте приложуху оставим в описании, и Диман... Не, давай сейчас тогда придумаем условия. Давай, хорошо, я готов придумать все условия. Короче, пацаны, я вам вымутил PlayStation. Сейчас мы придумаем, как это разыграть. Сейчас, короче, намутим, пацаны, сейчас еще, короче, Nintendo Switch. Сейчас вот этот телек еще разыграем, я не знаю, вот эти все прожектора я себе домой заберу. Первое условие, установить приложение. Ага, второе. Включить пуш-уведомления. И... За PlayStation 4 Pro можно. Приезжаешь, ты же приезжаешь на YouTube? Да, я в 20-х числах, там, не знаю, 22-го или 24-го, в каких-то этих числах я приеду. Ты приезжаешь, да. И мы отправим одно пуш-уведомление, неважно, это iOS или Android. Прям по рендому выбери. Так, давай, знаешь, как сделаем тогда лучше? А можно будет, смотри, допустим, вот я приеду в 20-х числах, и мы придем к тебе в офис, сюда же я приеду. И мы из твоего офиса, с твоего компа выберем победителя, ему отправим уведомление, и он свяжется с нами. Да, да, да. То есть так, это реально вообще делать по технической части? Да, да, да.
Вообще нормас. Ну, одна прошка. Че? А, одну прошку. Одну прошку. Хорошо. Все, давай. Уговор дороже денег. А ты потом еще интервью даешь, кстати, нашему каналу. Да? Смотри, вот теперь он меня развел. Какое интервью, братан? Окей. Окей, окей, хорошо. Давай, интервью на какую тему будет? Давай что-нибудь. Вот резко. Сколько? Я понял, да. Сколько зарабатывают ютуберы? А можно не отвечать на этот вопрос вообще? Все. Короче, пацаны, хорошо. Ради вас я договорился на интервью. Серьезно? Окей. Короче, в 20-х числах я приезжаю опять в Москву, опять приезжаю к Диману. Мы разыгрываем для вас PlayStation 4 Pro. Также разыгрываем, PlayStation 4 Pro разыграем прямо в прямом эфире. А если повезет и чувак будет с Москвы, то мы прям поедем и подарим ему. Только я на интервью подписался. Вот Диман, а, вот сразу видно, а, где ты? Где ты? В офис спрятался, да? Спрятался сразу. Как интервью сразу, да, оп. Все понятно. Типа работаю, все. И ты не при делах. Вывозил. Да, да. Все по чесноку. У нас есть вот много контента, смотрите. Ох уж этот бизнес. Окей. Бесплатная приложуха, интервьюха и PlayStation 4 Pro. Отлично. Я только... Под ролик нужно закинуть, чтобы не запутались. Да. Интервью жесткое будет. А, я не знаю, что там будет. Подписал меня. Ладно. Короче, ребята, сейчас мы идем отмечать нашу встречу. Сейчас пойдем куда-нибудь покутим. Я надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Если да, то вы сами знаете, что делать. Не забывайте подписываться, ставить лайкусики, устанавливать Димаськи на приложение. Вот. И YouTube-канал. С выхода этого ролика, пускай вот когда ролик выйдет, с этого дня и по 20 числа, там тоже в описании пропишем, по какого числа, потому что я точно не помню, когда я прилетаю в Москву. Вот, по это число, пускай устанавливают приложение, и мы рандомом выберем. Да? Вот, все. В принципе, вот они все условия. Ну, а мы с Диманом пойдем кутить. Надеюсь, вам понравилось. Сок и чай с лимоном за 638 рублей. 13 копеек. Вот, ребят, ну все, давайте. Увидимся с вами где-нибудь потом.